серия номер два. Начинаем собирать оставшихся пчел. Пчелы еще достаточно много. Она находится на траве. И теперь каждую пчелку вот ножничками, каждую травку я беру и сюда несу. Видите, пчела уже пошла, мать в улье. Сейчас мы каждую травинку, Но пчел мы посадили с помощью шланга. Вот сейчас пчела пойдет сюда. Пойдут пчелки все сюда к матери, потому что мать находится здесь. Так, пошли дальше. Но у нас есть еще крупные ветви. Вот, сейчас акцентирую вот это вот сюда. Можно было, конечно, пчелу и сразу в улей сбрасывать, но там мать и ее не надо давить. Сейчас вся пчела пойдет сюда как по команде, потому что они обязаны матери служить верой и правдой. Так, еще вот понесли пчелочек сюда. Вот они сейчас все вот. Вы увидите, как они дружно в этот литок будут идти. А вот уже сторожа встали, попки кверху подняли. Это все. Они уже себе тут устроили. Уже жилище охраняют, как собачки. У них тоже есть такая вот... Да. Вот тут пол роя. Видите? По-хорошему можно и стряхнуть непосредственно в рой. Но лучше, если пчела сама зайдет к политку. Это очень здорово, когда пчела сама идет в новый улей политку. Видишь, как они вот, сними вот это, как они все идут туда. Все идут туда. Идут к матери. Вот. Это мой телефон. Да? Катюша, иди сюда на сбор ягод. Вот иди к дому, Бог, где ты резала черенки, тут женщину видишь, и иди к дому. И будешь собирать, я рой собираю с пчелами. Поняла? Не собрала, поставила, все. Иди собирай ягодку. Так. Давай, Алексей, продолжаем дальше. Чтобы собрать всю остальную пчелу, я делаю следующим образом. Я кладу вот сюда вот веточку и жду, когда эта веточка наполнится пчелами. Скажем так. И потом ее буду переносить также в сторону литка. Вот каждую травинку понесла. Так, пчелки идут, куда им положено. Они идут в литок. Пока не так дружно, но вверх по литку они идут. Это уже хорошо. Они знают, что там мать. Они ее чувствуют по песням, по запаху. У них свои методы коммуникации. Вот. Мать для них — это царица. Вот. А где царица, там у нее свита. Это самые преданные существа на земле. Вот видите, я собрала какое-то количество пчел с земли. Прям с земли. Вот если на траве веточку положила, и вот туда. Они через полчаса все будут в улике оставшиеся. Другую беру веточку. И вплоть до единой пчелки таким образом собираю. Вот. Все листики туда же. Вот на листочках они есть. Роевая пчела не кусается. Она весьма миролюбивая. Бояться ее не стоит. Вот. Ну, сейчас будем смотреть, что дальше получится. Вот они кружат над уликом. Им это место понравилось. Вот. Посадили мы пчел с помощью струи воды. У нас здесь недалеко шланг лежит возле пасеки. И таким вот образом мы сейчас их всех заберем до
единой. Вот, все пчелочки идут сюда, 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 мои хорошие. Сюда идите в литочек. Так, ну-ка, литочек у нас на всю открыть? Не на всю, ну, пошире откроем. О, все. Вот они принюхиваются, пчелки все живые, хорошие, здоровые. Это карпатка. Пчеловоды знают эту породу, естественно. Вот, ага, вот тут сюда пошли. Потерялись они тут, милые мои, потерялись. Их немножко к клетку надо подсунуть. Сейчас мы их будем ориентировать еще. Тут потерялись, они все равно зайдут. Но лучше все-таки дать им ориентировку. Так, так, чуть-чуть-чуть-чуть. Клеточку мы их сейчас направим. Вот сюда вот. Давайте, мои хорошие. Пошли, 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 пошли. Опускаем. 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 И вот так. И вот так. Ай, мои милые. Ах, мои хорошие. Давайте, давайте, бегите к мамочке. О, более активно пошли, да? Сейчас мы этих тоже подсунем сюда. Давайте, девчонки, дружненько. Давайте, он с обножкой даже. Видишь, обножка? Вот мешок. И уже и корм несет сюда. Сейчас мы им еще добавим. Ага, там под шуруди. Слушай, ну молодец, не боишься пчел. Ну все, выключает он музыку.